Всем привет, друзья! И сегодня мы построим дом снеговику. Так, друзья, нам вот понадобится снег. Ну что ж, приступим к постройке дома, ну, снеговика. Так, вот так сделаем сначала. Так, нам нужно здесь черты, друзья, сделать, чтобы понятно было, ну, где этот дом. Так, я там делал... Ага, все понятно. Так, дальше вот так заворот делаем. Здесь также. Ну что ж, сейчас у нас получится вот такой зашибенский дом для снеговика. Ну, там в основном будет жить снеговик. Да, так, ага, так, ясно. Вот так теперь, друзья, строим. Я, друзья, хочу сделать двухэтажный дом. Ну, снеговик же состоит из, ну, трех комков снега, а я сделаю ему из двух. Так, сейчас вот так сделаем. Так, сейчас быстренько, друзья, здесь все сделаю. Сейчас крышу еще надо сделать. Так, ну ничего у меня. Сейчас у меня все получится. Так, вот так, друзья, у нас получилось иглу. Но мы делаем дом же для снеговика, поэтому это, друзья, не подходит. Дальше, друзья, что нам надо сделать? Так, вот так, здесь мы. Значит, так, нам надо, друзья, сделать вот так. Здесь сделать дырку. Ну, в основном, надо вот здесь оставить, конечно же. Ладно, вот так, короче, друзья, сделаем. Вот так. Дальше. Друзья, делаем вот так. Надо здесь чуть-чуть побольше сделать. Вот так. Ну, чтобы это было прям похоже на снеговика. Ну, дом снеговика. Сделаем вот так. Вот у нас вот так получилось. Дальше. Дальше мы делаем, друзья, вот так. И все. И вот так же уже делаем, только уже такой же большой комок, как и внизу, друзья. Так, сейчас все, друзья, быстренько сделаю. Так. Так, друзья, теперь мы должны повторить вот так же внизу, как... Ну, мы должны повторить наверху, сделать такой же большой комок. Да, вот так делаем. Также там должно быть три блока, ну, чтобы было все равномерно. Так, вот у нас, друзья, уже получается дом снеговика. Так, все, друзья. Кстати, друзья, у меня уже здесь потепление пошло в реальном мире. Да, вообще, у меня сейчас снег тает, вообще кошмар. И сейчас так-то январь, а снег тает, не знаю почему, наверное, глобальное потепление. Да, так, ладно. Так, дальше делаем вот так, друзья. Также делаем вот так, три блока. И вот так, сейчас все, друзья, это как всегда быстро делаем. Ну вот, друзья, у нас уже вот такая чаша получается. Дальше мы должны просто закруглить этот дом. Да, наверху уже делаем, ну, окружность такую большую, вот. Так, сейчас сделаем целый круг, но я бы не сказал, что это равномерный круг, но круг, друзья, да. Так, ну вот, друзья, и осталось всего лишь вот крышу всего лишь так доделать. Здесь у нас получится крест. Да, вот так, все, давай, и вот все. Вот, друзья, у нас получился, ну, еще не дом снеговика, но вот так, друзья, он и будет выглядеть дальше. Ну что ж, пошлите вниз, сейчас сделаем тут все, что надо. Так, ну, получается так-то, друзья, нормально, да. Так, сейчас, друзья, нам теперь надо пол сделать и там наверху тоже. Так, друзья, нам понадобится вот белая шерсть. Это же мы строим дом снеговику. Сейчас, друзья, вот так все сюда понаставим. Так. И вот так. Все, вот у нас сейчас, друзья, здесь будет пол весь из шерсти. И там тоже наверху все из шерсти. Точнее, только пол. Так, и у нас, друзья, также будут окна. А подниматься, друзья, мы будем элементарно. Ну, не через лестницу, а то это как-то, ну... ну, не будет так эффектно, прям прикольно, да. Так, сейчас, давайте сначала сделаем здесь окна. Так, окна можно сделать здесь. Так, вот сюда такое окошко. Так, у нас там... Черт, садит солнце. Сейчас быстренько сделаем так, чтобы был бы день. Ну вот, друзья, вот у нас день уже на улице. Так, дальше окно нам надо здесь сделать.
Вот так, все, друзья. Теперь нам надо как подняться наверх. Так, ну сначала мы, конечно же, сделаем окна здесь. Здесь будет окна с четырех сторон. Так, вот так. И вот здесь то же самое сделаем. Так. Вот и все. Потом мы сделаем, друзья. Так, из вот этой строительной лесы. Да, как там ставить ее? Так, надо присесть. И да, вот, друзья, вот так мы и строим. Так, а вот это уже лишнего. Так, здесь нам надо хоть как из шерсти заменить. Черт, друзья, ладно. Можно поставить коврики. Так. Ну, короче, вот я, друзья, все, сейчас уже взял вот. Так, я что взял? А, то есть я же взял ковер. Вот, белый ковер я взял. Сейчас, друзья, вот сюда понаставим. Ну, постелим его. Вот сюда, вот так, и вот, друзья, у нас уже здесь получается замечательный домик, да. Так, и вот сюда, все. Здесь, конечно, не знаю, что можно поставить, но можно. Так, забыл сюда, друзья, поставить. Вот так, все. Дальше, а как спускаться? А, вот, друзья, то я что-то забыл даже. Так, вот так сейчас спустимся, все. А сюда, друзья, снег понаставим, вот так. Чтобы было все тайно и незаметно. Так, вот здесь снег уберем, а вот сюда еще поставим и вот сюда. Так, друзья, сейчас я выберу, что на первый этаж поставить. Так, друзья, ну вот, короче, я взял все самое необходимое. Так, и вот так, все, вот белая дверь. Так, сундуки можно, друзья, поставить куда? А, и ладно, сначала давайте верстак сюда. Так, печки, наверное. Сюда по бокам. А вот сундучки можно вот сюда просто понаставить. Да, чтобы вот так было красиво. Ну и чтобы было много места, куда, ну, вещи складывать. Так, что еще снеговику бы понадобилось? Ну, наверное, пошли на второй этаж. Так. Так, что наверху? Так-то так. Так, ага. Ну, нужны тыквы, конечно же. А как он будет одевать голову? Так, друзья, ну вот, короче, нам сейчас понадобятся вот всякие головы. Так, черт, сюда не ставится. Ладно, придется вот эту всю красоту, ну, снести. Так, ладно, черт, забыл же. Так, давайте вот сюда поставим и вот сюда. Во-первых, нам понадобятся вот такие головы. Сюда поставим. Так, дальше ставим вот сюда головы, светящиеся уже. Вы думаете, для чего? Ну, я как знаю, то что для снеговика нужны, ну, разные головы. Ну, типа, то, что вот, вот эти головы, они, например, одевают, там, зимою, ну, чтобы видно было. А это, чтобы кого-нибудь напугать. Ну, моя теория такова. Так, давайте сюда еще вот, да, точно, бочки сюда поставим, чтобы он мог складывать, свои вещи там. Так, вот так поставим, да черт, да что такое вообще? Вот так, и вот, сейчас, вот так, все, друзья. Вот теперь получился, ну, отменный домик. Можно, конечно, еще что-нибудь сюда поставить. Только что. Ну, мне кажется, и так достаточно. Так, ладно, так, все, надо спуститься как-то. Черт, не умею, вот. Ой, я сломал. Ладно, друзья, сейчас поставим. Черт. Да что это такое? Во, все, наконец поставил. Вот теперь можно спуститься спокойно уж. Так, ладно. Давайте, что ли, друзья, посмотрим. Так, вот такой красивый дом получился. Окна почти, друзья, вообще незаметны, как будто их здесь и нету. Вот, друзья. Ну, мне кажется, дом очень крутой получился. Потому что это же дом снеговика. Сейчас, давайте, друзья, сделаю этого снеговика. Так, как он там делается? Точно, два снега и вот эта голова страшная. Вот так, все, друзья. Ну-ка, я еще хочу, друзья, теорию одну проверить. Смотрит. А, черт, друзья. Правда, на светящаяся голова на них не одевается. Ну вот, можно сказать, вот этим двум снеговикам достался такой крутой дом. Да, друзья. Всем пока, друзья. Не забывайте подписываться на меня. Ну и, конечно же, ставить свои лайки. А с вами был я, Рэть. Всем удачи и всем пока!